Итак, начинаем укладку санузла. У нас будет на стенах такая вот простенькая плиточка, шахтинская, 25 на 40. Вот фирма, вот она у нее фирма, Унитайл. Вот, но она шахтинская, то есть это, грубо говоря, как логотип у них там, не знаю. То есть если посмотреть по аннотации, ростовская шахтинская плитка, вон написано, завод. Вот, что могу сказать, она как бы недорогая. Вот, посмотрели по геометрии, вроде бы ровненько. То есть какие-то миллиметры, маленькие перепады мы разложили из нескольких ящиков. Вот. Поэтому относительно геометрии вроде бы ровненькая вся. Края у нее полукруглые. Таким образом, если даже что-то как-то, вот если даже вот так вот стрельнуть, ну, относительно были кривее намного. Вот, поэтому будем надеяться. Будем ложить без СВП, просто крестами и клиньями. Мы на всякий случай клинья взяли. Не, мы проверяли, в принципе, вот на гипсокартоне раскладывали, как бы плитки. Плитки нормальные, скажем так, хорошее качество, твердое хорошее качество. Поэтому, ну, по крайней мере, вот то, что мы взяли. Единственное, нужно смотреть за рисунком. У него повторяющийся рисунок очень часто, вот такие вот какие-то линии. Я вот три ящика открыл, грубо говоря, мне вот таких много попадалось. То есть нужно смотреть, калибровать, крутить. Вот в плане рисунка. Чтобы не было одинаковых. Типа эффектом под мрамор. Может быть, разворачивать. Вот, а так должно, наверное, получиться. Буду показывать в дальнейшем. Кто-то, если работал такой плиткой, именно вот Унитайл, напишите свой отзыв. Как у вас, понравилось или нет. Вот, но раньше мы работали с шахтинской плиткой, нам очень нравилось. Раньше она вообще прям была отличная. Потом в последнее время стало очень много такой неликвидной плитки выпускать. И Керамомарац, и других фирм. Вот, поэтому все поперепуталось. Вот, но сейчас вот вроде это ничего так. Ну, по крайней мере, по геометрии мне понравилось. И 90 градусов вроде выдержано. Вот, ну, мы все равно взяли 2 миллиметра крестик, не меньше. Вот, будем, думаю, проблем не будет. В дальнейшем покажу, что и как. Спасибо.